У нас новый участник на нашем бешеном шоу «Выживание на косе». Его зовут Никита, и он крутой байкосерфер. Здорово! Ебаш! Туда! Ну вот так. Че, он дальше не едет? Вот так вот, все, закончили. Все, все, нахуй, уходим отсюда. Пизду его. Все, пошел он в жопу. Байка, блядь, серфинг. Короче, завтра мы будем устраивать байк-вейк сурф. У нас штиль. Блядь, уехал. До Хошимина далеко? Далеко, 2500. А до Пантинга далеко? Не, недалеко. Смотри, шапка. А, извини. А. Че? Та-та-ра-та-та-та. Молодец. Ой, кресло из змеиной кожи. Не, мне змею на руку надо. А вот вьетнамские байкеры. Да. Со Вьетнама приехали. Такое непонятное. Падает просто. По ощущениям, как будто она мокрая. Фу, она воняет. Давай, жри. Жри, сейчас. Сейчас. Он что, жрет его? Все. Че, дебил? Давай, позируй. Попозировать? Да. Нет, он маленький для меня. Тебе надо раздеться и голый полежать. Да. Лишить девственницы его мотобайка. Сразу бум-бум ням-ням, поедем во Вьетнам. Скажи, ты так подъедешь, если ты как бы сядь на байк. Кого так, богать? Скажи бум-бум ням-ням. Скажи бум-бум ням-ням. Давай. Ням-ням. Бум-бум ням-ням. Ебать. Драчи пипися, да? Все, хватит вообще. Это Олег Кричев, и у нас байк-серфинг. Бешеный вьетнамец. Когда нету ветра и делать нехер, ребята придумали катальку за квадроциклом. Вот так катаются, когда нету ветра. Давай, давай, жги. А это Денис, кому не дали порыбачить. Он обиделся на всех. Денис, давай, короче, давай, не подалеку уехали. Может, и поймем все-таки. Дубль два. Давай, махай, махай! Что, завтра подготовят побольше, что он там застрелит?